Поражение в парламенте Кабмина Терезы Мэй вызвало политический хаос в Великобритании. Двухлетняя стратегия Мэй, которая заключалась в дружном разводе с Евросоюзом, потерпела катастрофу. Ее последствия трудно предсказать. Может произойти все, что угодно. От беспорядочного выхода из ЕС или даже отмены решения 2016 года об уходе. После того, как законодатели проголосовали против соглашения, это стало самым худшим поражением правительства в современной британской истории. Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин объявил вотум недоверия правительству Мэй, которое должно состояться в 19:00 по Гринвичу в среду. И вот что Мэй сказала после своего поражения. Сегодняшнее голосование показало нам, против чего выступает палата, но ничего не говорит нам о том, за что она выступает, как она собирается и даже собирается ли вообще уважать решение народа. Сама процедура голосования состояла из двух этапов – по поправкам и по соглашению. Изначально на голосование планировалось вынести 4 поправки. Поправка А от лидера лейбористов Джереми Корбина запрещает выход из ЕС без соглашения. Поправка К, внесенная шотландской и валлийской партиями, предписывает отозвать заявление о выходе из ЕС. Поправка Б была предложена сэром Эдвардом Ли и запрещает применять страховочный вариант с ирландской границей после 2021 года. И, наконец, поправка F, предложенная консерватором Джоном Бейроном. Британия имеет право в одностороннем порядке отказаться от страховочного варианта. Ну, а пока шло голосование, министры выражали свое мнение. На протяжении нескольких месяцев было совершенно ясно, что подход, предложенный премьер-министром, ведет к сокрушительному поражению. Вместо того, чтобы признать этот факт, она потратила драгоценное время, отложив в декабре это важное голосование. Больше терять время нельзя. Но в последний момент все произошло неожиданно. В последние 3 поправки отозвали, и на голосование была внесена только поправка Джона Бейрона. Она и была принята большинством парламентариев. Меж тем представители ЕС неоднократно и твердо заявляли, что пересматривать проект договора не намерены. Это, мол, лучшее, что они могут предложить Британии. В Брюсселе уже дали понять, что готовы предоставить отсрочку выхода до середины лета. А вот что думают оппоненты Терезы Мэй, давайте послушаем. Отклонив сделку о выходе из ЕС, парламент действовал в интересах всего Соединенного Королевства. Палата общин подала премьер-министру и Евросоюзу однозначный сигнал о том, что эта сделка отвергнута. Госпожа Мэй теперь сможет продемонстрировать брюссельским переговорщикам, чтобы какая-либо сделка получила поддержку парламента, необходимы изменения. Многие опасаются так называемого обвального выхода, когда разрыв произойдет 29 марта без четких договоренностей между сторонами. Есть и другой сценарий – отсрочка Brexit. Противники выхода надеются на новый референдум. Экзит-полы показывают, большинство британцев теперь будут голосовать против Brexit. Впрочем, правительство категорически против. Мэй заявляет, один раз узнав волю народа, не обязательно переспрашивать его в надежде получить желаемый ответ. Вот такая ситуация. Спасибо, Гульнара. С международным обзором с нами была Гульнара Жандагулова.